Повышение производительности труда и поддержка занятости населения, оздоровление реки Волга и ход реализации проекта «Международная кооперация и экспорт промышленности». Эти темы обсуждали сегодня в режиме видеоконференции на заседании Президиума Совета при Президенте России. В нем принял участие и глава Чувашии. Производительность труда, пожалуй, главная тема совещания. Насколько устойчива и конкурентоспособна экономика в целом и компании в частности? Сейчас наша страна сильно уступает по этому показателю развитым государствам. По данным экспертов, в 2015 году производительность труда в нашей стране была в два раза ниже, чем в других странах Организации экономического сотрудничества и развития. Парадокс в том, что при этом наши граждане работают не меньше, а даже больше. В среднем это получается около 2000 часов. Против 1750 приблизительно часов в странах ОЭСР. То есть мы вкладываем много сил, времени. На выходе результаты весьма средние. Какие шаги предлагается сделать? Во-первых, на федеральном уровне говорят о формировании специальных мер для работающих. Это налоговое стимулирование и оптимизация кадрового дела производства. Отдельно обсудили поддержку самозанятости граждан и трудовой мобильности. Эти вопросы обсуждали и на уровне Чувашии. С учетом увеличения производительности труда, люди будут сокращаться, это понятно для всех нас. Мы должны людей переобучать, переквалифицировать для того, чтобы они могли трудоустраиваться по своим специальностям, по своей компетенции на других производствах. Юлия Важенина, Андрей Шоуклев, Республика.